Ассаламу алейкум, дорогие мои подписчики. Продолжается у нас сборка урожая пшеницы 2022 года. Находимся мы сейчас на поле у дяди Эргаша. Вот у него здесь есть такой прудик маленький. Рыбочки. Но они маленькие, недавно он, оказывается, закинул. Если внимательно посмотрите, то увидите этих рыб. Вот деревья у нас, чинары. Красивые места тоже. Вон они рыбочки плавают. Маленькие. Вот наша кухня. Здесь нам готовят плов. У нас здесь вот он. Вот он, шеф-повар Рустам ибн Хаттаб Али Мухаммад. А, у нас тут еще один сварщик есть. Шавкат, может, кто-то знает его. Классный сварщик тоже. Все умеет, все варит. Аж... И плов тоже делает, да? Молодец, молодец. Вон он, Эргеш Ака спит. Устал. Рабочих возит туда-сюда. Вот некоторые рабочие тоже наглеют иногда. Вот тут Октам Ака. И тут братишка тоже с Хаваста помогает при сборке. А это вот братан дядя Эргаша. КамАЗ. КамАЗ, который ездит сейчас у нас на солярке. Это очень даже редкий экспонат. Обычно у нас вот все КамАЗы на метане сейчас. А Октам Ака, знаете, он такой. Лишь бы ездила, лишь бы помогает людям, да? Хоть на дизеле, да? Пускай, говорит, ездит, поможем людям. Груженный, вон у него пшеница. А там он дальше косит нам кейс-комбайнер. Да, такие вот у нас пейзажи здесь. Красивый пейзажик. Вот наш Шипан. Ладно, удачи, ребята. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Удачи, берегите себя.